Здравия желаю. Продолжаем опыты. Значит, сегодня собрали вот с этого нового мотора, что я вам показывал в прошлый раз, на 300. И старый вот этот, значит, старый на 124 ватта с постоянными магнитами. И применили вот такое устройство, которое, значит, с 1 вольта и там и выше, где до 48 может. Хотя написано было 32, но оно до 48 повышает. Так как отсюда выходит при... То есть пробу проводим при 24 вольтах. Почему? Потому что надо муфту, я уже пробовал на 220, срывает. То есть это закреплено, как говорится, на честном слове. На 24 вольта она держит, а на 220 срывает. Сейчас вот заказал муфты. Ну, заказ, в общем, вот это... спасибо тому, кто перечистил, значит, средства. Поступило где-то 10 тысяч. На все 10 тысяч я заказал... На 11 тысяч поступило. Заказал на все 11 тысяч. Вот. Где-то, наверное, придет недели через 3, через месяц. Будем пробовать уже, скорее всего, на автономном режиме. Два аккумулятора заказал на 250 каждый. Вот. Потом заказал инвертор новый на 1 киловатт с чистым синусом. Потому что у меня вот те инверторы, что я пробовал, синус, значит, такой, ну, то есть напряжение неровное. И поэтому оно меньше, чем надо. И получаются результаты хуже, чем от сети. То есть скорость снижается. Вот. Потом придет с чистым синусом. Потом и муфты заказал. То есть на муфты, металлические муфты, вот на муфты оденем это все. И тогда на 220 допустим. Скорее всего, или этот, или... скорее всего, этот. Вот. На 220 запустим. И на двух батарейках инвертор. Вот. И должно работать в автономном режиме. Ну, посмотрим, подождем еще. А сейчас пока, значит, вот этот вариант. Он работать у меня стал только на 0,1 секунды и 0,1 секунды. А так он тормозит. Сейчас я покажу. Значит, вот реле на 0,1 на 0,1 стоит. Не видно. Не видно. Ну, брать не буду. Да и видно будет. Включаем реле. Видите? То есть через раз работает. Включаем. Видите, лампочки горят. Вот отсюда. Хватает мощности, чтобы 9,19. Вот, 9,19 через эту вот штуку. То есть напряжение не снижается, хотя через раз работает, видите? 9,18, 9,19. Что у нас в итоге получилось? Разницы нет, что напрямую, что с этим. Получилось, вот я просчитывал, значит, по счетчику замерял. Значит, сейчас нарисую, чтобы понятнее было. Так. Вот, зачем выключил? Вот такая схема, значит, мотор на 300, на 300, так, на 300 ватт, дальше. Неправильно. Правка. Дальше идет выпрямитель, вот такой вот,
выпрямитель 76 ватт, выход 24 вольта. А ниже идет реле. Вот так его обозначим. Обозначим реле вот так вот. 0,1. То есть работает через раз. И здесь сеть пока. Здесь вот сеть. Сеть. А будет батарейка, сеть. Когда придут, вот сейчас заказал, через месяц придут, будет батарейка. Но мы будем, когда придут муфты, мы будем уже на 220, наверное, запускать. Там больше эффекта. И здесь вот, значит, вот этот генератор 124. Значит, выход получился вот так вот у него. Так вот выход. Два раза по 32. А здесь потребление получилось через раз 30 ватт. Это по счетчику считал, поэтому. 30, здесь значит 30 ватт. Когда здесь отключается, это не меняет роли. Ток не снижается, и также идет 32. То есть в итоге что у нас получилось? Вот так вот. 32 помножим на 2. 64. И поделим. А тут 30. То есть потребление 30. Поделим на 30. 213% помножим на 100. КПД такой системы 213%. Всего. Но были бы батарейки, это было бы достаточно, чтобы показать в автономном режиме хотя бы такую модель, чтобы потом с этим, с перспективой, что потом, когда привезут запчасти, сделать более мощную. Вот в чем суть-то это. Суть-то в том, что надо показать перспективу. Для чего? Чтобы помогли люди для создания более мощного, а потом уже, как говорится, уже сами. То есть КПД этой системы 213%. Вот схема еще раз. Вот. Снизу батарейка будет. Реле. Выпрямитель. А, еще будет батарейка. Будет еще инвертор. Вот то, что я заказал. 1000 ватт. Дальше. Реле. Выпрямитель. И вот здесь вот, значит, моторы. Но если муфта еще придет, если включить на 220, то будет так же, значит, выпрямителя не будет там в схеме. Батарейка будет, инвертор и сразу питание на мотор. Он разгоняется до 220, и там уже КПД будет не меньше 500%. Это я показывал. Спасибо за внимание. Так. Всем желаю крепкого здоровья, удачи в труде и обороне.